Сейчас многие наверняка возмущаются новым антипиратским законом. Я уже говорил в своем видео про запреты, что я противник всяких запретов. Бывают, конечно, запреты разумные, но это абсолютно неразумный запрет, и это очевидно абсолютно всем, даже тем, кто принимал закон. Я считаю, что мотивация в принятии этого закона была следующая. Депутаты, значит, те, которые принимают законы, их в детстве очень сильно обижали. Им не давали конфетки, и у них постоянно отнимали все ценное, их били, унижали, дразнили. И они теперь выросли, вышли в власть и решили отомстить всему народу за их унижение в детстве. То есть детские комплексы превратились во взрослый комплекс неполноценности. Именно поэтому был принят антипиратский закон. Именно поэтому, а не по какой-то либо другой причине.